Организаторы госзакупок стали чаще выбирать Ставропольское. Всего за год количество контрактов, заключенных с местными поставщиками товаров и услуг, увеличились почти вдвое. Приятную тенденцию отметили сегодня на совете контрольно-зачетных органов региона. Посетил заседание губернатор Владимир Владимиров. На встречу подвели промежуточные итоги работы и обсудили взаимодействие всех структур отрасли. Особенно отметили положительные результаты, достигнутые при работе с госзакупками. Как прозвучало, благодаря совместным усилиям система стала более открытой и прозрачной. Глава края поблагодарил сотрудников контрольно-счетных органов за достойную работу. Очень сложно приходить и проверять, потому что мы все люди, мы все живем в одном мире, и все друг от друга зависим. Все, скажем так, с пониманием относимся друг к другу. И это очень сложно быть проверяющим. Но ваша работа позволяет нам, правительству Ставропольского края, Думе Ставропольского края, вместе принимать решения, которые помогут людям не ошибиться. И спасибо вам за эту работу.